Приветствую вас. Ответ на самом деле на ваш вопрос достаточно прост. Все дело в том, что вы пишете, что она незаслуженно занизила вам баллы, и вы это высказали. То есть, как бы, уже здесь чувствуется, что есть некая проблема, более глубокая проблема. То есть, ну, поставила, ну, занизила баллы, ну, и что, это всего лишь учеба, и почему вы такое значение придаете учебе, да, почему вы такое значение придаете оценкам, это вот вопрос скорее к вам. А дальше вы говорите, что вы были рады, потому что у вас была возможность доказать, что она не права. То есть, у вас, опять же, как будто какое-то вот личное такое противостояние с человеком, и мы восприняли на личный, ну, на свой счет то, что она занизила вам баллы, как вы говорите, хотя лично вы здесь не при чем. Да, понятно, что вы и другая ваша однокурсница, вы чем-то задели ее и так далее, но суть заключается в том, что вы слишком близко к сердцу воспринимаете его поведение к вам и отношение к вам. И, вероятно, хотите ее одобрения. Вот. Я думаю, что учителя вы не переделаете, а то, что она выводит вас из душевного равновесия вашего, то есть она выводит вас из гармоничного состояния, тот факт, что она выводит вас из этого состояния, ну, свидетельствует только лишь о том, что у вас неустойчивая психическая организация, Камила, и в этом направлении я бы, если честно, смотрел, потому что то, что вы говорите, что хотите, чтобы ее скверный характер обернулся против нее самой, то, что вы ее ненавидите, то, что вы хотите ей все высказать. А это все про личное восприятие того, что происходит. Это все отход от деловых отношений. Это все отход от отношений ученик-учитель, в которых вы находитесь. Вы здесь пытаетесь расширить, причем пытаетесь расширить искусственно ту сферу взаимодействия, в которой вы находитесь. Кроме того, вы пишете, что несправедливая она какая-то, и это, конечно, перекликается с тем, что вы говорите по поводу вот того, что хотели бы, чтобы ей это все обернулось боком. То есть это вот такая немного детская позиция, связанная со справедливостью, что говорит о вашей личностной незрелости, к сожалению, потому как справедливость – это не то, чем можно руководствоваться в современном мире. Справедливость у каждого своя, и каждый справедливость видит по-своему. Вот я уверен, что ваша учительница, которая ведет себя так, она считает, что поступает справедливо. И вы, имея свои представления о справедливости, также считаете, что поступаете справедливо, желая ей что-то высказать или высказывая. Но на самом деле, ваша справедливость справедлива только для вас, а ее справедливость справедлива только для нее. Да, в силу того, что она обладает определенной властью, она пользуется этим, но воспринимать это нужно исключительно как деловые отношения, и если вы считаете, что именно к вам у него какое-то вот такое обособленное отношение, то решать этот вопрос нужно исключительно через руководителей, через людей, которые выполняют администраторские руководящие функции, а не самостоятельно своими силами, значит, обострять конфронтацию. Вместе с тем я повторюсь и обращаю ваше внимание на неустойчивое ваше психическое равновесие, потому что, ну, совершенно очевидно, что
вся эта ситуация вас задевает. И нужно понять, чем она вас задевает, настолько задевает, что вы даже ненавидите уже своего преподавателя. Вот. То есть, ну, чувство ненависти — это достаточно сильное чувство. Я не думаю, конечно, что вы ненавидите, я думаю, что вы преувеличиваете. Очень многие люди думают, считают, что никого ненавидят, но на самом деле ненависти там нет. Вот, то, что вас задело, что она поставила вам оценку. Вот начать, наверное, нужно с того, да, что вас задело, что она поставила вам оценку. То есть для вас оценка важна, баллы важны. Вот, и в этот момент, то есть, придание такой важности и значимости оценки, это свидетельствует о вашей собственной ориентации на мнение других людей, на заключение других людей о том, какая вы. Из-за этого вам так тяжело. Если оперировать и руководствоваться только тем, что вы сами считаете важным, нужным, и не обращать внимания на оценку других людей, то все эти оценки, в том числе и баллы, вас просто перестанут волновать. Как бы перестанет волновать и преподаватель, что ведет себя так. Вот. Что касается того, как вести себя с ней, понимаете, принцип амортизации я бы рекомендовал к прочтению. Вот, принцип амортизации в психологии можете изучить. Вот, в качестве такого легкого способа скорректировать общение в позитивное русло, вам это вполне поможет. Вот, но в целом, то, что вы описываете, есть верхушка айсберга, в глубине лежат ваши противоречия, которые мотивируют так относиться к учителю. То есть, посмотрите, вы преподавательница своей относитесь не как к преподавательнице, а как к кому-то большему. То есть это не отношение учитель-ученик. Вот. И вот невозможность удержать отношения в той сфере, в какой они должны быть, свидетельствует о том, что в нее, вот в эту сферу, в сферу отношений учитель-ученик, вложено слишком много ваших потребностей и ваших желаний. И эту сферу необходимо разгрузить, чтобы вы не зависели так от нее, ну, от этой вот, значит, сферы. Вот. Такая история. Надеюсь, что это было вам полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Удачи вам! Всего самого доброго!